Глубоко уважаемые коллеги, я тоже приветствую вас всех. Спасибо большое, что вы к нам пришли и нас поддержали. И если говорить о микробиоте, то я хотела бы открыть свое выступление цитатой Фридриха Энгельса. «С тех пор, как биологию стали разрабатывать в свете эволюционной теории, в области органической природы также начали исчезать одна за другой застывшие разграничительные линии классификации. С каждым днем множатся почти не поддающиеся классификации промежуточные звенья, и более точные исследования перебрасывают организмы из одного класса в другой. И отличительные признаки, ставшие почти символом веры, теряют свое безусловное значение». И если говорить о микробиоте, это собирательное понятие, она включает в себя не только бактериальные, полные простейших и вирусов, и грибов, и так далее. И, конечно же, расселяется в организме хозяина неоднозначно, но самый богатый, обильный и богато заселенный тракт – это желудочно-кишечный. На него приходится более 60% всех обитающих нас существ. А если говорить о расселении по желудочно-кишечному тракту, то тут тоже все недостаточно неоднозначно. Хотя отличительные признаки, ставшие почти символом веры, теряют свое безусловное значение. Вот, например, пищевод, да, мы говорили о том, что он стерилен, однако сейчас уже имеются большие и многочисленные сведения о том, что не так уж он стерилен. И желудок, который раньше мы подразумевали, что представлена микрофлора только лактосодержащими лактобациллами, не более 10 в третьих, тоже представляет огромный, в общем-то, уже на настоящий момент зоопарк. Если говорить о тонкой кишке, то от проксимальных к дистальных отделах она заселяется более разнообразно и численно, ну и фактически весь биологический потенциал расположен в толстой кишке. И посмотрите, это действительно пока старые еще данные, я привожу, это 94-й год, а когда мы судили о биотопах, да, то есть здесь представлены основные рода микроорганизмов, вы видите, что анаэробов здесь намного больше, но опять же по количественному и качественному составу, естественно, лидирует толстая кишка. Но оговаривались при всем при том, что кроме вот тех представителей, мы можем обнаружить и других анаэробных микроорганизмов, а также простейших грибов и более десятка различных кишечных вирусов. Что имеем на настоящий момент? И вот тут вроде бы мы сейчас имеем такой, ну, огромный толчок к пониманию микробиота, хотя, на мой взгляд, все новое – это, может быть, хорошо забытое старое. И посмотрите, с 5 по 15 год более 1,5 миллиардов вложили компании для изучения любых подходов, которые основаны на изучении микробиома. И, конечно же, для того, чтобы говорить о новых классах препаратов, адресных пробиотиках, метабиотиках, говорить об антибиотиках нового поколения и так далее, нам надо хорошо понимать, как раз пути взаимодействия между микробиотой и организмом хозяина. И вот этот проект «Микробиом человека», который вроде бы как бы расширил наше представление. Он доказал, что количество генов бактериальных клеток намного превышает, соответственно, наш генный состав. Но, опять же, цитата. «Как ни парадоксально, путь вперед – это не взгляд в будущее, а способность посмотреть вокруг себя». И вроде бы, несмотря на такой прорыв, который мы имеем на настоящий момент, я хотела все-таки вернуться к основателю вообще изучения или учения о микробиоцинозе, нашему лауреату Нобелевской премии, великому русскому ученому Илье Ильичу Мечникову, потому что у него было две фразы, да, толстые кишки, служащие приютом вредным микробам, становятся источником отравления изнутри, однако он сказал, что микробы, нас заселяющие, определяют наши степени духовное и физическое здоровье. Соответственно, это положение, которое мы имеем на настоящий момент. Численность микроорганизмов огромна, она на два порядка превышает общую численность клеток нашего с вами микроорганизма. Популяционный состав сейчас насчитывает
около 10 тысяч различных видов, причем только 10% из них культивируются. Посмотреть, какое огромное количество штаммов. И межиндивидуальные различия между нами могут колебаться от 12 до 2200 раз. Мы говорим уже о надклассовой характеристике, мы говорим не только о штамме, виде и роде, мы говорим уже о филах, соответственно, на настоящий момент их насчитывают 5, и соотношение как раз бактероидов и формикутов в основном определяет наше, как говорил Мечников, духовное и физическое здоровье. По доминированию фила можно говорить о существовании 3 энтеротипов. И, как я сказала, что весь биологический потенциал локализован в толстой кишке. И если говорить о таком разнообразии, о генетике, о функциональной активности, о численности видов, то, конечно, мы можем точно сказать, что человек в большей степени сообщество прокариотических, чем эукариотических клеток. Вы видите, насколько они доминируют нас по видам, по количеству генов, соответственно, по интенсивности замены собственных клеток, и посмотрите, какое огромное количество энергии, да, фактически это 80-90% дают нам для фактически осуществления пищеварительного конвейера наши индигенные микроорганизмы. А какие же характеристики присущи микробиоте? Это видовое разнообразие, о котором мы уже с вами сказали, функциональная избыточность, но при всем при этом она стабильна и пластична. И фактически стабильность и определяет биоразнообразие, которое в основном-то регулируется ключевыми видами, так называемым ядром микробиоты. И несмотря на такое межиндивидуальное различие в составе микробиоты, посмотрите, около 57 видов, они являются общими для 90% всех людей, живущих на планете. А они относятся, в свою очередь, где-то к 10 фактически родам. То есть это ключевое ядро микробиоты. И в основном оно определяется как раз соотношением, правильным балансным соотношением формикутов и бактероидов. И показывая всегда этот слайд, я все время хочу задать вопрос, кто определяет наше здоровье, кто определяет наше старение. Мы стареем, изменяя нашу микробиоту, или она во многом дает вклад как раз в процессы старения и формирования различных заболеваний. Чтобы поддерживать вот это нормально функционирующее ядро, микробиота функционально избыточно. И как раз то, что мы получили сейчас из зарубежных источников, что вот эта функциональная избыточность – это способность поддержания функциональной стабильности микробиоты. То есть это возможность заменения функции другими микроорганизмами, другими родами, утратившие функции определенных микроорганизмов. То есть фактически это та часть и характеристика функциональной системы, учение которой выдвинул Петр Кузьмич Анохин. Потому что микробиота со всеми своими характеристиками отражает определение той функциональной системы, а он подразумевал под ней, что это, соответственно, система, складывающаяся из разнородных физиологических образований, где все части содействуют получению определенного результата. И когда одно звено утрачивает способность к саморегуляции, оно как раз покрывается вот этой функциональной избыточностью других представителей микробиоты. Но вернемся к ядру. Из всех этих 10 основных родов, фактически относящихся к так называемому филогенетическому ядру микробиоты, вот именно
филометаболическое ядро представлено микроорганизмами, которые продуцируют так называемые короткоцепочные жирные кислоты. И, видимо, они являются константом жесткой регуляции, поддержания всего баланса не только микробиоты, да, части микробиоты, содержащиеся в кишечнике, но и фактически функционирования нашего макроорганизма. Что же дает нам наша микробиота? Она для нас определяет огромное количество очень-очень важных функций. И вы видите, что это и трофика, и тепловое обеспечение макроорганизма, это регулирование перистальтики кишечника, участие в дифференцировке и регенерации тканей, в первую очередь эпителиальных. Это огромные составляющие общего понятия, так называемая колонизационная резистентность. То есть микробиота стоит естественным щитом и препятствует проникновению в нас с вами чужеродных бактерий и вирусов. Посмотрите, она и потенциально небезопасна для нас, потому что это огромное хранилище микробных плазмидных и хромосомных генов. Но посмотрите, еще основная ее функция – это системная функция, то есть ее метаболиты являются субстратами и глюконеогенеза, и липогенеза. Флора участвует в метаболизме белков, стероидов, других макромолекул, выполняя еще и другие функции. Но если говорить о блоках, которые можно было бы объединить, вот те функции, которые я перечислила, их четыре, да, защитная, колонизационная резистентность, иммунизирующая, которая также отчасти относится к первому пункту, регулирование моторной активности кишки и огромная вот эта метаболическая функция, о которой мы сегодня, может быть, больше будем и говорить. Как же реализуется между нами взаимоотношения? Они реализуются от очень интимных внутриклеточных до дистанционных, но есть еще и контактные взаимодействия. Так вот, при внутриклеточных взаимодействиях достигается обмен клеточным материалом, и поэтому мы приобретаем рецепторы и другие антигены, присущие флоре, она приобретает этот материал себе, поэтому микробиота для нас становится родной. Дистанционные взаимодействия, это как раз они могут быть, можно сказать, бегунами на короткие и длинные дистанции, осуществляя локальные системные функции. Но вы посмотрите, какое огромное количество веществ может служить, соответственно, пусковым механизмом, да, даже для развития патологии. Например, тот же самый серотонин, триптофан и, опять же, участие микробиоты даже в реализации аутизма и так далее. Но посмотрите, какое количество есть различных метаболитов, которые, соответственно, играют роль так называемых сигнальных молекул. А контактные взаимодействия реализуются через образ распознающие рецепторы, которые находятся на дендритных, энтероцитах, клетках, М-клетках. И вот это два класса толк-лайт рецепторов и нот-карт рецепторов, оно как бы с одной стороны генетически детерминировано нами, но к ним есть у определенных микроорганизмов определенные структуры, так называемые лиганды, которые точно подходят как хороший ключик к хорошему замочку, и, соответственно, таким образом идет распознавание, да, как микробиоты, или если генетически идет детерминация, потерян рецептор, то это тоже служит, соответственно, пусковым механизмом для запуска неспецифического и специфического иммунного ответа. Вот здесь-то мы как раз выходим уже на, опять же, реализацию развития патологии. Естественно, нормальная микрофлора подавляет воспалительные реакции, тормозит определенные пути передачи сигнала, тем самым поддерживая гомеостаз.
Из всех метаболитов, которые мы сейчас знаем, фактически сейчас их насчитывается 25 тысяч, и вы опять же видите, что это самые разные классы препаратов. Наверное, основная функциональная нагрузка ложится как раз на эти короткоцепочные жирные кислоты, потому что они участвуют и в реализации трех видов обмена, и выполняют очень много еще также и локальных, и системных функций. И вот несмотря на такие огромные межиндивидуальные различия между нами, я говорила, они могут колебаться от 12 до 2200 раз, вот соотношение именно этих кислот, оно находится в очень четко заданном диапазоне. 60% уксусной, 20% и 20% пропионовой и масляной. И вот это фактически относящееся к золотому сечению соотношение является константой жесткой регуляции, поддерживающей не только кишечный, но и общесистемный гомеостаз. И теперь некоторые такие уже, может быть, более клинические ремарки. Конечно же, учитывая такую взаимосвязь между нами, она не может, микробиота, не участвовать в развитии и в реализации патологии. Вот для чего нам нужны вообще эти энтеротипы по доминирующему филу? Да? Для того, чтобы мы могли в будущем предвидеть, какие болезни будут развиваться или, соответственно, от каких болезней человек, что называется, предопределен. Если мы говорим об энтеротипе бактероидов, то пациенты с этим энтеротипом имеют крайне низкий риск развития ожирения. При вателло высокий риск образования язвенных дефектов. Руминококки – риск развития сахарного диабета. Но это только маленькие ремарки, потому что все равно известно, что микробиота играет огромную, может быть, даже основную роль для реализации функциональной органической патологии не только желудочно-кишечного тракта, но и других системных болезней, ожирения, сахарного диабета. И даже такие заболевания, как аутизм или болезнь Альцгеймера, теперь тоже напрямую связывают с так называемой болезнью микробиота. Насколько нам это может помочь в будущем? Ну, пока еще неизвестно, но мы придерживаемся того же самого, той же самой позиции здесь указанной, что мы все равно, может быть, и не будем выделять эти энтеротипы, но в большей степени будем правильно говорить о, соответственно, поддержании вот этого непрерывного градиента микробных сообществ, соотношения, ну, основных доминирующих, да, филов, фермикута и бактероида. И действительно, можно выделять три типа, можно выделять два, можно шесть, но пока, как я говорю, еще вопрос не полностью раскрыт, и придерживаясь мнения профессора Суворова, я тоже, наверное, скажу, что все, что нам сейчас дадено, это ни в коем случае не умаляет значение открытия, но, соответственно, это в дальнейшем нам даст возможность проанализировать дальнейшие результаты метагеномных исследований. Так вот, говоря о эобиозе и дисбиозе, когда мы говорим о уже пусковом механизме кишечных и внекишечных заболеваний, тут надо сказать, что длительное время у нас присутствовал микробиологический подход к познанию, который затормозил нас, наше развитие. Но придерживаясь новой концепции, что как раз вот эти низкомолекулярные соединения, метаболиты, всегда присутствуют в биологических жидкостях человека, и их нарушения приводят к развитию различных болезней, мы встаем на новый уровень не только познания взаимоотношений микробиота хозяин, сколько мы имеем новый путь развития новых лекарственных препаратов. И поэтому, опять же, если мы говорим о старых представлениях, мы все время говорили вот об этом количественном и качественном дисбиозе. И только сейчас, говоря уже о метаболическом и регуляторном, мы можем приблизиться к пониманию, соответственно, патологии.
И действительно, вот он, спектр болезни, он будет еще продолжаться, продолжаться и продолжаться, расширяться, которые напрямую завязаны с нарушениями микробиота. И очень коротко я могу сказать, что если мы будем искать какого-то одного или двух виновников, трех виновников, то мы всегда будем иметь вот это оно. То есть мы не будем понимать. Поэтому, опять же, нам надо приближаться к этому метаболическому регуляторному дисбиозу, который, опять же, зиждется на и количественном, качественном, и еще других, которых я вам сказала, и на воздействиях контактных и внутриклеточных, но только это нам поможет разобраться, наверное, с причиной и с патогенезом, со всеми звеньями различных заболеваний. И вот некоторые доказательные моменты, что микробиота участвуют и в развитии воспалительных заболеваний, потому что нет резидентной микробиоты, модель воспроизвести нельзя. И это дали уже, соответственно, подтверждение новые данные секвенирования, соответственно, которые подтвердили вот изменения микробных сообществ при ВЗК и генетические исследования, о которых я говорила, рецепторов. Вот это все дает нам в будущем подходы для непосредственной коррекции. Вот синдром раздраженного кишечника, который пересмотрел, да, соотношение, уже не отсутствие отношения к этой патологии, не отсутствие органики, а нарушение взаимоотношения мозг-кишечник-микробиота. И опять же, сейчас мы на эту патологию смотрим опять же через призму нарушения кишечной микробиоты, либо в результате длительных прессинговых воздействий, либо в результате перенесенной кишечной инфекции. Посмотрите функциональный запор, где в основе лежит нарушение моторики. А чем моторная активность кишки поддерживается, реализуется? Метаболитами, поэтому опять же связь с микробиомом. Колоректальный рак, который мы пока еще, ну, плохо лечим. А плохо мы лечим, потому что, понимая вроде бы все предпосылки для его развития, мы все равно не регулируем вот этот вот метаболический так называемый дисбиоз, который через выработку токсичных нейротранспикторов и снижение выработки протективных короткоцепочечных жирных кислот является предрасполагающим, а возможно и реализующим моментом, соответственно, этого заболевания. И занимаясь долго этой проблемой, мы действительно видели резкий дефицит бутирата. И только уже сейчас получили новые, как бы, данные, подтверждающие этот тезис, что не только дефицит, но дефицит и переносчиков, и дефицит рецепторов тоже являются реализующими моментами. И последний клинический пример – это дистанционное, да, ее участие. Это участие ее, например, в развитии сахарного диабета второго типа. И последние данные действительно нам показывают, что установлено это непосредственная связь болезни микробиоты и развития сахарного диабета второго типа. И вы здесь видите, что действительно во многом определяется состояние микробиоты. Почему? Потому что изменение, нарушение этого баланса приводит, во-первых, к изменению выработки короткоцепочных жирных кислот, которые являются энергодающим, да, моментом для эпителиоцитов, которые вырабатывают инкретины. С другой стороны, тот же самый бутират или масляная кислота поддерживает целостность межклеточных контактов, не давая выходу липополисахарида, который реализует системное воспаление. И, соответственно, сами по себе вот эти короткоцепочные жирные кислоты являются субстратами, как я вам говорила, для глюконеогенеза и липогенеза. Поэтому, естественно,
Эндокринологи тоже обращаются уже к изменениям микробиота для того, чтобы, корректируя их, повысить эффективность лечения своих пациентов. Но что самое интересное, что и фармфирмы-разработчики этих препаратов антидиабетических также изучают так называемые плеотропные действия препаратов через микробиоту, потому что, опять же, хорошо знакомые вам препараты, тот же самый вилдагликтин и метформин, вилдагликтин – это ингибитор DPP-4, дипептилпептидаза 4-го типа, они, соответственно, усиливают ответ сахароснижающей терапии. Но вы посмотрите, а почему вроде бы опять-то микробиота? Потому что гомологи той же самой дипептилпептидазы 4-го типа есть у наших собственных резидентных бактерий. Поэтому, соответственно, модулирующие, изменяющие свойства нашего микробиота всегда следует учитывать и даже при этой патологии. И заканчивая свое выступление, я хочу еще раз вернуться к тому, что сказал великий Илья Ильич Мечников. Многочисленные разнообразные ассоциации микроорганизмов, населяющие пищеварительный тракт, в значительной степени определяют его физическое и духовное здоровье. И Милберт в 2008 году более усилил, наверное, эту фразу, сказав, что микробы правят миром. Мы должны прислушаться к языку микробов, и когда мы узнаем больше, мы сможем все лучше и гармоничнее взаимодействовать с ними. А наличие активных микробных соединений в кишечнике имеет физиологические и патофизиологические последствия для хозяина. Поэтому таким образом микробиота является источником нашего здоровья и действительно источником развития или поддержания различных болезней. Спасибо за внимание.